Вот такие замечательные игрушки вылепила моя внучка Николь из глины. После этого их надо было покрасить краской и покрыть глазурью и обжечь. Пока Николь красила свои фигурки, я посмотрела на изделия, которые сделаны в этой гончарной мастерской. Они выставлены на витрине, поэтому доступны всем, кто приходит в эту гончарную мастерскую. Приглашаю и вас посмотреть, друзья, на изделия, которые сотворили ученики этой гончарной мастерской. А я подожду пока в это время свою Николь, пока она занимается раскраской своих фигурок.